Сегодня в микрорайоне Павшинская пойма для жителей и гостей Красногорска на набережной реки Москва-реки проходит прекрасная программа с участием творческого коллектива ДК Подмосковья. У нас сегодня выступают участники театра Артур Бобренев и Полина Андреева. Они порадуют нас песнями советских лет и современными композициями, где все смогут приятно провести время, послушать музыку, потанцевать. Ну и просто подышать свежим воздухом под прекрасный аккомпанемент. Я думаю, что эти песни знают все, и взрослые, и дети. Всем будет приятно послушать такую музыку. Все знают слова, будут подпевать, будут танцевать. Ну и я думаю, что все весело, замечательно проведут время. В этом проекте участвуют почти все коллективы, творческие коллективы Красногорска. И программа «Летний вечер у реки» разбита на целый цикл мероприятий. Поэтому каждую субботу и воскресенье есть возможность послушать и посмотреть разные коллективы, разных артистов. Это и профессиональные бывают коллективы, и любительские. Ну и благодаря этому проекту вы можете познакомиться вообще со всеми артистами Красногорска. Жителям Красногорска очень нравится этот проект. Здесь очень красивый вид, здесь свежий воздух, зелень, вода и всегда приятная, красивая музыка. Люди уже знают местные, что здесь каждую субботу и воскресенье проходят мероприятия и уже приходят целенаправленно, чтобы посмотреть, послушать артистов. И очень, кстати, хорошо проводят время дети, потому что здесь они тоже могут вместе поиграть, потанцевать. Бывают игры, мастер-классы, где они принимают участие. Поэтому здесь прекрасная возможность провести время всей семьей.